Приветствую всех, дорогие друзья. Короткий прогноз по золоту. Обратите внимание, подошли, значит, к зеркальному уровню. Сработали фильтры, ну это по моей системе. И есть место, куда мы можем прийти, противоположный зеркальный уровень. И, соответственно, переходим на меньший таймфрейм. И уже там можно найти так называемый RU3 для входа. То есть, ну это что-то похожее на классическую, значит, голову, плечи перевернутую. Вот. То есть вот плечо, голова, и нам остается еще, возможно, еще раз протестируем вот этот уровень и затем пойдем вверх. Запас у нас, запас непосредственно почти 400 пунктов. Если вы торгуете со стопами, соответственно, стоп у нас должен стоять здесь. Но бывает так, что, ну, золото это же все-таки, да, шпилями еще покидает, и, соответственно, после этого только пойдем после набора позиций. Ну что ж, вот такой сигнал. Надеюсь, все получится, ребята. Всем успехов и до скорых встреч.